Всем привет! У мужчин в хозяйстве много полезного и нужного инструмента, которыми они пользуются не один год. Но также есть такая категория, как расходники, будь то детали к шуруповерту или дрели, так и другие важные расходные детали, которые постоянно кончаются. И вот специально для вас я подготовил 15 товаров-расходников по хорошим ценам, так что смотрите видео полностью. Если вам подборка понравится и пригодится, то делитесь ею с друзьями, я буду благодарен. А также в конце видео будет конкурс с интересным призом. Приятного просмотра! И первым полезным расходником будут графитовые щетки для электроинструментов. Основное предназначение детали – это снять в полной мере напряжение статора и передать его на коллектор ротора. Щетка отлично проводит ток. Графитовая деталь предупреждает преждевременную изнашиваемость электроинструмента. Щетку без проблем можно заменить на новую. Чтобы деталь обеспечивала полноценную работу, важно правильно выбрать ее. В описании я оставил несколько ссылок на щетки разных размеров. Каждая деталь имеет четкое описание в инструкции. Чтобы ротор работал полноценно, вовремя заменяйте щетку. Термоусадочная трубка. Качественная изоляция оголенных контактов – это залог безопасной и неизменной передачи электротока. Все больше опытных электромонтажников используют в изоляции проводов термоусадочные трубки. В сравнении с обычной изоляционной лентой, термоусаживаемая трубка отличается исключительной стойкостью к высоким и низким температурам. Также, благодаря физическим свойствам специальных полимеров, кембрик очень пластичен и надежно фиксирует провода на долгие годы, в то время как изоляционная лента может начать расклеиваться уже через несколько недель. Чай – это один из древнейших напитков во всем мире, и издавна китайский чай считался одним из лучших, вкуснейших и качественных. Он мог как бодрить, так и успокаивать человека. Сейчас, как и когда-то, люди любят пить чай в одиночку, так и компанией. Найти вкусный и качественный чай не всегда просто, но я нашел людей, которые занимаются хорошим чаем не один год и доставят его в любой уголок вашей страны, будь то Россия, Украина, Беларусь и другие ближайшие страны. Это ребята из Мой Чай.ру. У них очень много разновидностей различного чая по различным ценам, с отзывами о каждом чае и описанием его истории и как правильно его заваривать. Я лично заказал у них больше 7 видов чая и сейчас наслаждаюсь им. Вы можете купить рассыпные или прессованные чаи и еще много здоровой еды. Пуэр, улун, зеленый чай, красный, черный, белый, желтый, жасминовый, мате и очень много еще других чаев по хорошим ценам. А также можно у них присмотреть различную посуду для заваривания и распития чая. Все, что душа желает. Мой Чай.ру лично рекомендую. Мне нравится сервис, цены и чай. И я уверен, вам тоже он понравится. Ссылочки на магазин оставил в описании. Переходите и наслаждайтесь. Припой вполне приличного качества. Припой 63×37, диаметр 0,8 мм, с 2% флюса. Судя по отзывам, паять им можно. Имейте в виду, что он тугоплавкий. Заявлено, что вес его 50 грамм. Если его размотать и взвесить отдельно, то вес припоя составит 30 грамм, а вес катушки 20 грамм. На первый взгляд кажется, что припоя здесь очень много, но в катушке имеется двойное дно. Это сделано не для того, чтобы обмануть покупателя, а для того, чтобы покупатели могли сюда что-либо спрятать, например, какие-нибудь радиодетальки. На самом деле припоя тут намотано всего в два слоя, но цена-то хорошая, можно присмотреться, если вы часто паяете. Флюс NS559 предназначен для монтажа BGA-компонентов при реболинге. Не имеет запаха, так как в своем составе не содержит галоидов и летучих органических компонентов. Имеет увеличенный срок хранения своих свойств после нанесения на трафарет. Это делает работу с флюс-пастой удобной, так как нет подверженности работающего запахом. И есть возможность выполнять работу без излишней спешки. Флюс находится в специальных тубах для лучшей сохранности. Под него продается специальный пистолет, который довольно дорогостоящий. Есть вариант использовать 10-кубовый шприц. Оксид церия для полировки стекол убирает даже старые полосы от дворников. Многофункциональный порошок для финального полирования широкого класса оптических стекол, автомобильного лобового стекла, стеклянных фар, очковых линз, зеркал и других изделий из стекла, элементов электронной техники, ювелирных и отделочных материалов. Полировальный порошок, изготовленный на основе редкоземельных оксидов металла, оксид церия, обеспечивает прозрачность плоскости фацета, убирает все что угодно, даже старые полосы от дворников. Термостойкая тканевая изолента, в народе антискрип.
Как ни крути, но изолента – это чудесное изобретение и в хозяйстве незаменимая вещь. Она отлично подходит для изоляции проводов, фиксации деталей и даже временного соединения. Профессиональная лента для изоляции соединений с высоким напряжением или в среде с высокими температурами до 105 градусов, а также защиты кабелей и шлангов от механических повреждений. Лента широко используется для автоэлектрики и защиты шлангов ГБО-систем. Устойчива к порезам, точечным ударам и нагрузкам, самозатухающаяся, она не горит. Удобна в применении, хорошо мотается, рвется вручную. При удалении не оставляет следа клея. Сохраняет прочность соединения под воздействием ультрафиолета, влаги, щелочей и кислот. Не стареет, выдерживает температуру до 105 градусов. Набор предохранителей. Численность в коробке 100 штук, применяется на большинстве отечественных автомобилей и иномарках, имеет плавкую вставку из высококачественного сплава цинка. Набор включает в себя предохранители следующих номиналов: 2 ампера, 3 ампера, 5 ампер, 7,5, 10, 15 и 20 ампер. Водонепроницаемая самозатвердевающаяся лента. Идеальная приблуда для ремонта труб, кранов, шлангов, а также при монтаже снастей на рыбалке. Силиконовая склеивающая лента предназначена для аварийного ремонта шлангов, труб, изоляции электрических разъемов и клемм. После наматывания на шланг лента вулканизируется и становится частью шланга, делая место ремонта устойчивым к повторному повреждению. Лента предназначена для намотки внахлёст в 2-3 слоя. Также не стоит забывать обезжирить поверхность, на которую мы наносим ленту. При растягивании и последующем нагреве достаточно теплорук, активизируется процесс полимеризации, и через 3-5 минут мы получаем практически монолитную резиновую структуру. Разделить слои после этого будет невозможно. Надфиль. В доме у каждого мужчины должен быть надфиль. Обычно надфиля затупляются и приходят в негодность. Это отличный набор алмазных надфилей. Они отличаются прочностью и долговечностью. Они точно будут служить вам куда дольше обычных. Эти надфиля хорошо подходят для резьбы по дереву и тонкому металлу. За счет удобной рукоятки они хорошо лежат в руке и работать ими очень удобно. Диск для грубой деревообработки на УШМ, представляющий собой некий гибрид диска и цепи для бензопилы. Такие отрезные диски можно использовать для распила досок толщиной не более 40 мм с соблюдением крайней осторожности. Правда, рез будет широким, да и отходов стружки и опилок получится много. Если болгарка в умелых руках, то с таким приспособлением можно сделать выборку материала, например, при необходимости вырубки чаши. Если возводится бревенчатый сруб, то УШМ с такой насадкой отлично заменяет плотницкий топор. Набор фрез по металлу для гравера для работ по дереву, металлу, камню и других материалах. Выполнен на основе высокотвердого сплава карбид вольфрама. 10 видов фрез по одной штуке, каждого вида. Очень эффективно снимает материал, образует мелкую стружку. Хорошая чистота обработанной поверхности. Предназначены фрезы главным образом для обработки металлов, стали и чугуна. Применимы также для обработки дерева и пластиков и тому подобных материалов. Износостойки, прочны и долговечны. Вставка для восстановления резьбы М3-М12, пружинные вертыши. Применяются в случаях, если нужно создать резьбу в непроточных материалах, укрепить имеющуюся или отремонтировать сорванную резьбу. Во время установки вставка сжимается, так как имеет диаметр больший, чем подходящее ей резьбовое отверстие. Вследствие этого площадь контакта с резьбой максимальная и вставки закрепляются очень надежно. Паста Гои зеленого цвета для финишных работ, которая используется для полировки режущей поверхности ножей для резьбы по дереву, стамесок, опасных бритв и другого режущего инструмента. Допускается обработка инструментов и изделий из цветных материалов, нержавейки, стальных сплавов, бронзы, латуни, чугуна, алюминия, твердых пластиков и полимеров, керамических материалов и многих других материалов. Полировочная паста Гои состоит из абразивного порошка оксида хрома, который дает характерный темно-зеленый цвет, а также из других вспомогательных компонентов. Стяжки для кабелей. Это органайзер для кабелей, устройство для сматывания. Материал изготовления ткань, застегивается на липучку. Стяжка довольно прочная и будет надежно держать ваши провода в нужном вам месте, порядке и сохранности. Будет очень полезно, если вам надо соединить несколько кабелей и закрепить для лучшей сохранности. Клей B7000 на основе эпоксидной смолы.
Если вы ищете качественный клей для сверхпрочного соединения различного рода деталей, обратите внимание на клей B7000. Он уже давно и успешно применяется в лучших сервис-центрах по ремонту гаджетов. Клей B7000 подходит для склеивания различных видов материалов. Он обеспечивает прочное сцепление элементов из стекла, пластика, дерева, металла, проводов. Но наибольшее свое распространение он получил при ремонте электроники. Он не только прочно соединяет элементы, но и обеспечивает абсолютную герметичность. Высоким преимуществом, которым наделен клей, является повышение его пластичности при нагревании. Уже при 80 градусах он становится мягким, позволяя легко разъединить ранее склеенные компоненты. То есть у вас не возникнет проблема с последующим ремонтом гаджета, если под рукой будет технический или хотя бы обычный фен. А вот и конкурс. Приз – вот такой вот крутой саундбар от Blitzwolf. Условия простые. Чтобы выиграть приз, нужно быть подписанным на канал, поставить лайк этому видео, подписаться на группу Banggood в ВК и поделиться роликом в любую из ваших соцсетей. Ссылочку на свою соцсеть напишите в комментариях, чтобы я смог проверить репост и отдать вам приз. Все ссылочки на группы для участия и на товары из подборки я оставил в описании. Всех с наступающим Новым годом! Желаю благополучия вашему дому и семье, счастья, здоровья и достатка. Спасибо вам, что смотрите мои видео, лайкаете и комментируете. В новом году на канале будет еще много очень полезных и интересных видео. Спасибо всем за просмотр, увидимся в новом году. Всем пока!